Привет, ребята, Гудаври, Грузия, Анатолий и Игорь. Всем привет. Находимся на 3000 метров над уровнем моря. Вечерний полет, каньон. Отсюда только вниз. Да. Игорь, скажи идти. Идем вот в этом направлении, хорошо? Да. Не разворачивайся, тебя потянет в другом направлении, противоположном. Так, постоянно смотри туда, куда я тебя направил. Понял. Будь готов делать еще. Готов. Ну, куда? Ага. Готов? Бежим, 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 бежим. Присядь сейчас, да. Присядь, подними ножки. Все, отлично. Полетели. Ха-ха-ха. Так вот каково оно, птицей парить. Замечательно. Парим над горами. Летим как птички, можно сказать. Сюда одного мальчика, который нам подрезал стропу. Там все будет. Там чуть-чуть оплеточку. Летим над туманом. До облака. Среднее общество. Средняя область. Вообще красота. Ну дай-ка мне камеру, я поснимаю, а? Вот отсюда. Всем, кстати, рекомендую. Анатолий вот такой пилот. Да, приезжайте, ребят. Ну подождите, еще посадочку посмотрите. Может я сейчас запортачу, а? Вы, кстати, где нас узнали? На сайте. Просто я думал, чисто от кого-то, да. Что развалить надо. Нет. У нас разные были рекомендации, предложения, скажем так. Да, их хватает. А звук хорошо пишется? Офигительно, ты обалдеешь. Видишь, еще вот эта штучка сверху, да? Да. Просто так. Ага. Слышишь, у нас шепчет. Кнопка пишет так, это видео, и так дальше. Для блога. Подарок. Прохладненько здесь. Ага. А вот это что? Такой кратер. Да. Они же новые Гудаури отстраивали, там это не было. Я понял. И они делают все домик такой, он отстраивается и он растекается в отеле. Понятно. А, летим в это окошко, вон окошечко, вон оно. Каньончик. Какой мы сейчас отсюда от земли? Да бог его знает, я без прибора иду сейчас. Ну приблизительно так. 3
мне 3000 стартовали, 2700 точно есть, может больше, потому что лет. Нет, я имею в виду от поверхности. От поверхности земли? Тут мне глаз метров 300, не больше. Радовый, понимаешь, этот самый снег, тяжело сказать. Ну, там от каньона выйдем, то там будет 1600. От каньона, вот над речкой, видишь, по течет такой виден. От озера он идет. Ага, да, да. Там 1600, там прямо будет 900 метров. Мы сольем, 500 метров полетим. А летом летаем вот там вот. Видишь, там сейчас такая облачка, там вот появится домик, там один домик большой, а вот там вот маленький домик. Да, 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 да. Вот, вот появляется какая-то маленькая штучка, чего-то. Там еще где-то. И восходящих потоков, я прилетаю сюда, на землю, и слышу, если ты думаешь, как ты готовишь, что будет выше, то облачко, и переходим на другую сторону каньона, вообще не круто. Круче. Да. Первый держала, сегодняшний. Хорошо. Сегодняшний первый, да, вот хорошо придержала. А вот посмотрите, что мы начинаем. Он слишком долго летит в воздух. Я бы хотел, чтобы быстро классно. Не надо облаками долго лететь, но было очень долго. Я просто пошел не такой траектории, как с тобой, я пошел вот сюда, и стоял огромное облако, и это вообще от меня не было. Я вижу много, конечно, здесь летают. Садятся. Где они? Где наши? Смотри в этом районе. Нет.